Еще раз, запомните, никогда не желайте денег. Всегда желайте положения вещей. Положение вещей всегда формирует роль. Значит, вы должны четко знать, каким изменением вы себя готовы обременить. Не лгать, не врать, делать простые вещи, ответственно относиться, не знаю, вставать вовремя, еще там дисциплинарно себе самому назначать те или иные задачи. Если этого не будет происходить, заявленная позиция, вспоминайте, всегда от мира дает реакцию. Всегда. Всегда проверка на вшивость. Всегда. Вот только заявила: здравствуй, Новый год. И пошли. То ли бубен с танцами, то ли танцы с бубнами. В общем, у кого как. Но почему говорю, все ваши желания неисполнимы в одном случае. Или вы будете платить собой, как телом, за некие удобства. Или вы будете своим развитием, своим пониманием, умением, четким выбором, это надо, это не надо, это хочу, это не хочу. Тогда все будет гораздо проще, гораздо понятнее и менее затратно. Как по времени, так и по усилиям.